He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. Ayo, where my dad? I know I got him down in the greens. Give him love and they give it back. Drunk too much for too long. What? Don't give up, you're too strong. What? Love to the wild, wild hunters. Yeah. Shout out to that done it. Come on. And it ain't even about the dough. It's about getting down for what you stand for, yo. Всем здравствуйте, меня зовут Венера. Сегодня мы с вами танцуем под ремикс. Будет потно, мокро, амплитудно, классно. Поехали. Мы шагаем на левую ногу вперед. Бам, 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 бам. Да, переносите прям с весом тела. Шагнули на левую ногу, правая нога согнулась в колени. Воп. И на другую ногу то же самое, да, если у вас наступает еще раз левая нога, правая нога сгибается в колени, пятка поднимается. То же самое с другой ногой. Для удобства поднимаем руки. Воп, воп. Ага, и корпус, конечно же, направляется в противоположную сторону. Получается, с левой ногой у вас правая рука идет. Воп, воп. Дальше переносим вес тела на левую ногу, поднимаем правую ногу наверх. Как она поднимется, без разницы, согнутая в колени, не согнутая, смотрите сами. Еще раз, 7, 8, раз, и, 2, и наступили на правую ногу еще раз, и, воп, да, как будто падаете, воп, воп. Здесь, когда вы уходите на левую ногу, руки здесь, локти наверху, руки около рта, как будто там под музыку, если скачаете клин-версию, будет... Да, будет такой звук, что вы поймете с легкостью, что нужно делать. Еще раз с самого начала и дальше. 7, 8, раз, и, 2, и. Руки опустили. Дальше вы подбиваете правую ногу, прыгаете на левой ноге. Па. Ага, правая нога сгибается. Воп, воп, наступили на правую ногу. Еще раз. Прыжок на левую ногу, левая нога наступает на место правой. Воп, воп, отлично. Угу. Да, да. Па. Угу. Получается, вы еще и прокручиваетесь после этого сразу. Вы сделали прыжок, шаг. Получается, вы перенесли вес тела на правую ногу, и отсюда же вы переносите вес тела на левую и прокручиваетесь. Руки вам помогают. Наступили на правую ногу, вперед. И еще делаем контраст. В корпусе вы делаете вниз, точнее в уровнях. Вниз, ага, левая рука здесь, здесь, как будто вы маршируете. Ка, 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 такой стронг пати. Сначала 7, 8, раз, 2, 3, и подбили, и оп, вниз. В руках все просто, после этого момента они просто идут в потоке вместе с вами, и если вы их будете правильно использовать, вам будет легко прокрутиться, легко встать, легко уйти вниз. И будет все четко. Up, up. Когда вы подбиваете, руки идут сюда. Оп, доступили. Руки раскрылись. И дальше вы себя заворачиваете, тоже помогаете себе руками. И оп, оп. Далее. Вот у вас вес тела на правой ноге. Уходите на левую ногу. Вы поднимаетесь вверх. Правая нога уходит наверх, назад. И обратно встаете. То есть оп. И, оп, и. У вас происходит скручивание в корпусе. И руки идут тоже вместе с ногами. Оп. Такой фитнес-кусочек. Ага. Только он будет недолгим. Вот наступили сюда, назад. И после этого вы подбиваете уже левую ногу, как было до этого, только с другой ноги. Пам. Шаг. Все просто. Еще раз с самого начала. Медленно. 7. 8, раз, и, 2, и, подбили, и прокрутились, вниз, вверх, вниз, подбили, шаг, сразу, да, вместе с этим последним шагом у вас руки идут наверх, наверх, две руки от плеч, да, не просто поднимаются тупо, как куколки Барби, да, а прям воп, ага, это происходит одновременно, воп, вы прям дали старт ногой и подняли себя вверх. Еще раз, с самого начала. 5, 6, 7, 8, раз, и, 2, и, подбили, и прокрутились. Вниз, вверх, вниз, подбили, воп. Давайте поедем дальше. Наступили сюда,
Дальше. Вы шагаете правой ногой вперед, шагаете правой ногой обратно к себе и прыгаете двумя ногами одновременно в сторону. Еще раз. 7, 8. Вперед, вниз корпусом, наверх. Как заметили, корпус тоже работает. Когда вы выводите ногу вперед, правую, у вас корпус уходит назад. Вы выводите эту ногу вместе с тазом. Оп. Шагнули, подставили ногу, вы ушли вниз. Да, можете руками, смотрите сами, скорость будет быстро. Если успеете, делайте с руками. Оп. И спрыгнули, вы тоже поднялись наверх. Такой небольшой кусок джаз-фанка. Ка-ка-ка. Когда вы спрыгнули, правая рука здесь, левая рука здесь. Да, вы приготовились. Оп. И вес тела у вас с правой ноги. Оп. Вниз. Здесь. Ага, супер. Давайте соединим. Это 5. После прокрутки сразу. 4, 5 и 6 и 7. И вперед, вниз, вверх. Неправильно посчитала. Движение все правильно. У вас будет 7 и 8 и. Все подряд. Пауз вообще нет. Пауза только вот здесь. И вы эту паузу заполняете проворотом. Соединим все сначала. 5, 6, 7, 8. Ка-ка. Оп. И подбили. И прокрутились. 5 и 6 и 7 и 8 и. Времени думать нет, надо выучить. Да, можете, если что, ставить паузу, прокручивать, повторять. Да, еще раз, побыстрее. 5, 6, 7 и 8 и. 1, 2, 3, 4. 5 и 6 и 7 и 8 и. Отлично, давайте дальше. Вот вы здесь оказались, да, ноги согнуты, да, не стойте на прямых ногах. Когда делаете медленно, да, бывает, что мы грешим и выпрямляем ножки, но нет. Здесь, дальше вы качаете корпусом, рисуете такую улыбку, ага, хорошую улыбку, и воп, воп. И руки у вас меняются вниз, правая, левая, вверх, воп, да, да. Вес тела тоже переносится с правой ноги на левую, воп, воп. Угу. Это мы делаем медленно. Если до этого мы делали на каждый полусчет, сейчас у нас счет, счет. То есть будет ка-ка-ка-ка. Воу-воу. Момент отдохнуть, выдохнуть. Еще раз давайте с 5, 7, 8, 5 и 6. И вверх, вперед, вниз, наверх. Воп, воп. Сразу всю отсюда. Сразу отсюда мы переносим вес тела на левую ногу. Та, та. Угу. Правая нога пошла за левую, левая нога за правую. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Ка-ка-ка-ка. Да, это простой вариант. Посложнее у вас нога прокручивается. Та, на пяточке. То есть у вас носок уходит в сторону, возвращается. В сторону возвращается. То же самое, правая нога поделали по отдельности. Та. Да, это все мы соединяем, получается, вот этот шаг и вот эту прокрутку. Оп. Да, то есть вы наступили на правую ногу назад, и в этот момент носок провернулся, обратно поставили, провернулся, и та, та, и ка, ка, пам, 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 пам. Советую не лениться, разобрать этот шаг и делать такой оригинальную версию, да, с прокруткой и воп, стоп. Теперь еще раз, левая нога наступила и обратно, то есть 1 и 2 7 8 1 и 1 и 2. И вот здесь мы останавливаемся пока. Да, поехали отсюда. 7 8 1 2 3 и 4 и 5. Руки свободные, пускай они у вас будут где-то наверху, не здесь, не здесь, не здесь, не прижаты к телу, да, они наверху, они создают общую картинку. Воп, воп и воп. Переносите вес тела на левую ногу. Воп, правая нога выходит вперед, и корпус тем самым уходит тоже назад. Воп, согнули правую ногу в колени, и теперь у вас правая нога встает на место левой, примерно. Левая нога встает на место просто вперед. Сделали воп, воп. Только теперь это надо сделать не шаг-шаг, а одновременно у вас через прыжок.
прыжок. Да, и уходите вниз. 7-8, прыжок. Угу. Отсюда. 3-4-5. Перенесли вес тела, подняли ногу наверх. Воп, прыжок. Да, только у вас получается такой момент, что воп, воп. Как только нога вышла вперед, у вас сразу она уже идет наверх и готовится сюда. Как только вы приземлились, правая нога сразу выезжает вперед по полу. Прям скользим. Уходим на правую ногу вперед, левая нога поднялась, пятку подняли наверх. Перенесли вес тела на правую ногу, то же самое на другую ногу. Такие как будто хромоножки. Да, вес тела переносится на ту ногу, которая стоит полностью на полу. Еще раз. Отсюда. 7-8. Раз, два, и 3-4-5. Вперед, прыжок и воп, воп. Да. По счету 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть у вас здесь затяжка, и вот эту затяжку как раз не просто стоите, а именно тянете правую ногу по полу и прям перенесли вес тела. Во. На 8. У вас сейчас стоит левая нога на полу. Вы уходите на правую ногу и проворачиваетесь опять. Проворачиваетесь. Это 8. Раз. Да, только у вас обе ножки могут быть на полу и быть устойчивые. Руки вам помогают опять завернуться через левое плечо. Прям воп, воп. Времени очень много, целых 2 счета. 8. Раз. Ничего не происходит, вы все доворачиваетесь. На 2 вы наступаете на правую ногу и поднимаете руки вверх. И лучше поднять в правую диагональ. Как будто вы взяли такой толстый-толстый букет цветов и такие на кому-то даете. Кто-то там наверху, не знаю. Такое странное представление, но так получилось. Это на 2. 2. И дальше вы с правой стороны руки уводите вниз в диагональ влево. И воп-воп. Все, в принципе, для этого и делалось. Эп. И раз. 2. Давайте отсюда. Медленно. 7-8. Раз, два, и 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3. Вот это 3, и у вас идут ноги правая, левая, правая, левая, по одному шагу. Но в этот момент у вас работают колени. Колени согнули и наступаем. Поделали вовнутрь без шагов. Бам, акцент вниз. Вниз, вовнутрь, вовнутрь, вовнутрь. И получается, нога правая поднимается, колени по сторонам. Наступили вовнутрь. И воп, и пам, побыстрее. Да, 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 да. Это будет 3 и. Раз, нет, раз, два, 3 и. И вы перенесли свою сторону справа в левую диагональ. 7-8. Раз, два, 3 и. Супер. Дальше правая нога наступает перед левой, туда, и сразу начинает скользить. Воп. В этом моменте, в процессе, переносите вес тела на правую ногу, на носок. Пяточка отрывается. Воп. И слишком далеко не уводим ногу, да? Воп. И теперь пятка наверху. Мы опускаем пятку, и левая нога у вас скользит, уходит влево. Воп. И... Воп, и. Супер. Давайте сделаем еще раз отсюда. Шагом. 7-8. Шаг. Проскользнули. Повернули. Опустились. Теперь вы переносите вес тела на левую ногу, и правая нога у вас, носок проворачивается вовнутрь. Воп. Угу. И чуть-чуть подкатываете ногу к себе. Ногу к себе подкатываете. Давайте повторим. Немножко позже, вот отсюда. Перенос вес тела на левую ногу. Правая нога в диагональ. 7-8. Вперед. И прыжок. И раз, два, 8. Раз. Наверх. Шаг, шаг. Воп. И раз, два. Да, то есть у вас еще и акцент такой идет. Воп,
Во, вы прям провалились вниз. И небольшие последние шаги – это шаг-шаг. Я думаю, с этим все справитесь, да? Только единственный такой нюанс, что по музыке надо будет па-па быстро сделать. Ка-ка. 7, 8, ка-ка. И руки у вас идут влево, вправо. Ага. Свободные. Кулаки, ладошки какие-то там загогулины любимые многих учеников. Пам-пам, от которых надо избавляться, да, таких рук. Рук таких специальных. Могут быть специальные, но случайных таких рук не должно быть, да. Красивые руки. Такие нет. Это что-то странное будет. Вот, поэтому, во-во, лучше раскрытые пальцы, объемный рисунок и небольшая амплитуда, да. У вас еще и плечи должны немножко работать. Воп-воп. Ка-ка. Ка-ка. Немножко вниз, вверх акцент. Угу. Давайте отсюда. 7, 8. Раз, 2, 3 и 4 и 5. И прыжок, шаг, шаг. 8, раз, 2, 3 и 4, 5 и во-во. И последнее движение. Вы уходите на левую ногу. Во, и руки раскрываются. Они делают, как будто вы такие пришли в лес, где большая такая трава растет, вы такие обнимаете это все, да, воп, объемное движение, у вас руки опять работают от плеч, уходите на левую ногу, воп, немножко тянете, и дальше ваш фристайл, воп, па, па. Давайте побыстрее вторую часть и соберем с самого начала. 5, 6, 7 и 8, раз, 2, 3 и 4 и 5 и 6, 7 и 8, раз, 2, 3 и 4, 5 и во-во-во, пам-пам-пам-парара, да, с самого начала два раза танцуем, один раз медленно, второй раз быстро и музыка, да, если что, не успеваете, останавливаете, повторяете, прокручиваете и все у вас получится, поехали, какой танец-то был? Да, все, левая нога, правая рука. 7, 8. Воп, воп, наверх, шаг. Подбили, шаг, прокрутились. Вниз и вниз. Подбили, вверх, вперед, вниз. Прыжок, воп, воп, и та, та, и воп, прыжок, воп, шаг, шаг. Крутанули, раз. Нет, 2 и воу-воу-воу, па-па-ка-ка, 7, 8, раз, 2, 3, 4, и поехали, сначала побыстрее, и 5, 6, и 7, и 8, ке-ке-воп, и та-та-воп, та-та-та, и воп-воп-воп-воп, ке-ке, та-та-ра-та, та-э-эй, па-па-па, раз, 2, 3 и 4, 5 и во-во-ка. Да, как вы успели заметить, надеюсь, заметили, во-во, прям пауза, вы не двигаетесь. Во. И здесь на контрасте вы танцуете во, широко и медленно, два счета как минимум тяните. Ка-ка-ка-ка. И еще такой момент, заметила, да, вот здесь вы делаете раз, 2. То есть вы не доделываете вот это 2. Вы сразу уходите на 3 влево. И 1, 2. Во. То есть вы не успеваете до конца подняться. Делаете такую амплитуду. Все. Делаете такую амплитуду. Идете обратно, не доделываете и сразу уходите назад диагональ. Надеюсь, все ясно, понятно? Давайте делаем под музыку и заканчиваем. I know I got them down in the greens, give them love and they give it back. Talk too much for too long. What? Don't give up, you're too strong.